Всем привет! Друзья, сегодня мне захотелось селедочки. И я решила приготовить яркий и очень вкусный салат, который называется лисья шубка. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате. Или вы больше любите классический вариант селедки под шубой. Не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить! Для начала сырую морковку нужно натереть на терке для морковки по-корейски. Натертую морковку нужно слегка обжарить на растительном масле до мягкого состояния. Пока морковка обжаривается, подготовлю лук и грибы. Лук нарезаю тонкими четверть кольцами. Грибы нужно нарезать на небольшие кусочки. Морковку я обжарила, она у меня стала мягкой. Морковку зажаривать не нужно. Морковку нужно немножко посолить, поперчить, все перемешать и снимаю морковку с огня. Я ее буду выкладывать на бумажное полотенце, для того, чтобы убрать лишний жир. В эту же сковороду, на которой я обжаривала морковку, добавляю немножко растительного масла, выкладываю лук и лук буду обжаривать до легкого золотистого цвета. Лук подзолотился, к луку добавляю подготовленные грибы и все буду обжаривать до того момента, пока испарится вся влага и грибочки начнут немножко подрумяниваться. Грибы с луком начали подрумяниваться. Овощи нужно немножко посолить, добавить перец черный молотый. Все перемешаю и овощи снимаю с огня. Овощи буду выкладывать на бумажное полотенце, для того, чтобы убрать лишний жир. Селедку я заранее разделала на филе. Как разделать селедку на филе, вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Филе сельди нужно нарезать на мелкий кубик. Буду формировать салат. Кондитерское кольцо я установила в диаметре 20 сантиметров. Я его замотала в пищевую пленку и установила на блюдо, на котором я буду подавать салат. Блюдо нужно немножко смазать майонезом. Первый слой выкладываю подготовленную селедку, которую нужно немножко смазать майонезом. На селедку на крупной терке натираю отварной картофель. Картофель нужно посолить и смазать майонезом. Следующий слой – обжаренные грибы с луком, которые нужно смазать майонезом. Далее вареные вкрутую яйца, которые нужно натереть на крупной терке, посолить и смазать майонезом. И последний завершающий слой – это морковка. Thank you.
Салат я полностью сформировала. Отправляю его в таком вот виде в холодильник как минимум на 1 час. Салат «Лисья шубка» готов. Вот такой получается яркий, красивый, аппетитный, необычный и очень вкусный салатик. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!